Здравия желаю. Всем, как говорится, доброго здоровья. Значит, что? Продолжаем испытания. Уже модель БГТ Иосиф Сталин 2. Результаты хорошие, но возникла проблема вот с АКБ, видите. То есть она не берет уже заряд вообще. Разрядилась и не берет заряд. Так вот, ставлю. То есть, было еще там 50 ватт, что мне хватало для опытов. Сейчас заряд не берет. Ионисторы вот. Ионисторы себя показали хорошо во всех опытах. Тьфу-тьфу-тьфу. То есть уже с год они у меня. Уже произошло 100 опытов всяких разных. Из строя не выходили. Но тогда батарея вышла из строя. И вот черная. Тоже вот сейчас, то есть батареи нету. А вообще этот ионистор, система, значит, она как сделана? Сейчас покажу. Иосиф Сталин 2. Вот она. Я ее успел проверить. И видите. По счетчику вот замерял, за час тратит 28 ватт. То есть здесь у нас, вот здесь не дорисовал, стоит, значит, реле, показывал уже 100 раз, реле мрал. Пока тьфу-тьфу-тьфу тоже работает. То есть нарекание выдывает батарея. АКБ вот эти вот. Это автомобильная. Она, наверное, тяговая. Здесь вот я поставил вот 20 секунд. 20 секунд рабочий. 20 секунд рабочий. 8 секунд отключенная. Чтобы компенсировать, ионистор идет. Но вместе с зарядом ионисторов, видите, получается 28 ватт. А вот смотрите, ионисторы берут очень мало, отсюда такой выигрыш. Смотрите, что происходит. На вот этом вольтметре показывало, значит, 21 вольт, 22 вольта при включенном, 22 вольта, при выключенном где-то 15 вольт. То есть получается 220 делим на 20-15 на 17. Среднее вычитаем. 12,9. И тут, так как мощность этого мотора вот 300 ватт, а этого 600 вдвойне. Конечно, желательно бы и киловатт он потянет, потому что видите, в чем тут дело? Масса его и ротор, и здесь ротор почти не отличается. А этот на 300 ватт, а этот на 600, видите? А масса вот это то, что он движет, почти не отличается. Единственное, что здесь потолще обмотки катушки возбуждения. Здесь чуть потоньше проводом намотано. Два раза. И получается вот это выигрыш. То есть его... И вот, значит, 220 делим на 12,94. Видите, 17 ватт он берет. Значит, то есть получается, на заряд ионистора выходит всего 28, отнимаем 17, 11 ватт. То есть 17 ватт мотор, 11 ватт зарядка ионисторов идет. Зато на выходе, вот я замерял, 68 ватт. Но не один раз, так как работает 1 к 5. Здесь работает, значит, 28 ватт в час. А здесь, ну, работает-то всего одну раз, у нас тут 100.
сейчас скажу, 100. То есть 1/5 часть, 100 делим на 20. 1/5 часть даже можно делить в уме. То есть здесь работа в 5 раз больше, и все время по 68. Получается, видите как, 68, допустим, час отработал, 5 часов оно отработало. Вот здесь-то тоже и выходит 68, и когда это включено. 68 помножим на 5, видите как, 340. И плюс еще 68. 408. Видите? Еще раз. Даже не будем так. 68 помножим на 5. 340. Неправильно. А тут траты 28 за это же время. Потому что она работает в 5 раз меньше по времени. И получается, разделим на 28. Помножим на 100. То есть КПД системы, КПД этой системы 1214%. Вот. Но для запуска вы сейчас можете сказать: ты покажи, отключи от сети там. И вы это правильно скажете. Тогда мы увидим точно, сколько. То для этого надо сюда одну батарею, даже две, чтобы 25 ватт было. И на выход две. Четыре батареи, только лучше тяговые. Или анистеров еще 20 штук туда поставить вдвойне. Потому что больше почти в два раза. Не, анистеров надо много, потому что там больше получается, видите, в 10-12 раз больше. То есть ионистров надо не 20, тут 20, тут 10 штук. 100 штук ионистров, но это дорого будет. $400. Или две тяговые батареи. То есть, и тогда я запущу это. И уже вопросов не будет. Сейчас много вопросов возникает. Вопросов не будет, мы все увидим. Запущу, включу вот эту камеру. Сначала до конца, пусть там ролик час будет. И мы все увидим. Сейчас пока эти вычисления, ну я-то считать умею, как говорится, но вы можете сказать там что-то не то. Поэтому я объявляю самый сбор средств, если кто может помочь. На ионисторы, но если не получится на ионисторы, это надо много бабла. На ионисторы надо 100 штук по $400 еще за пересылку. $450 где-то. Или на 2 КБ тяговых помощней. Там может долларов 200-300 надо. То есть объявляю сбор средств. Если вы хотите посмотреть, убедиться. И я хочу убедиться, потому что все это вычисление одно. А убедимся, когда все это поставим, все как положено уже. Инвертор, батареи, на выход батареи. И тогда уже включим час. Потом выключим и посмотрим, сколько смотало с батареи, сколько зарядило. Уже там будет точно КПД, и все точно будет. Поэтому объявляю сбор средств. Если сможете помочь. Если не сможете, тогда, значит, это еще пройдет, пока я соберу. Месяца 3-4, наверное, сам если буду. На этом кончаю.